Всем привет, с вами Ричард Кристи. Я играл на барабанах в группе Control Denied. И сегодня я собираюсь распаковать совершенно новый бокс-сет с альбомом The Fragile Art of Existence группы Control Denied. Специздание на виниле от компании Relapse Records. Приступим! Прекрасная коробка. Вот так вот открывается. В наличии постер The Fragile Art of Existence. Очень красивый. Альбом. С разворотом. Вы только посмотрите. Потрясающе. Вот сам винил. Здесь моя цитата напечатана. Давайте посмотрим, как выглядит сама пластинка. Превосходно. Прозрачный винил. Вторая пластинка с бонусами. В качестве бонусов различные демозаписи с отличными фотографиями. Тоже прозрачный винил. И здесь еще одна пластинка. Тоже прозрачный винил. Вот так, вуаля, красота!